не буду такой печатать. Мы сегодня купили вот такие штуки. Написано, издает прикольные звуки. Надо попробовать, да, Рома? Да, Миша, попробуй. Какой ты цвет хочешь первый? Зеленый. Давай, твой любимый зеленый цвет. Мы сейчас посмотрим, как он делает. Может что-то такое делать, как ты говоришь. Так, вот такая баночка красивая. Каждая баночка запечатана отдельно. Мама, что будем делать? Будем туда пальчики совать. Так. Вот такая там есть жижа. Ты посмотри это, а я другую открою. Так. Ой, идет даже. Ну, вот так оно выглядит в изначальном виде. Написано, что надо дать воздуху попасть туда на дно. Сейчас мы дадим. Ой! Вот такая жижа. Ну, очень приятная жижа такая. Приятная. Так, теперь назад его заталкиваем. Рома! Рома! Хочешь так попробовать? Смотри. Рома! Пальчика туда. О, боже! А ты пальчика большого туда. Смотри, большой пальчик где у тебя? Вот. Так, давай попробуем заново. Вытащим. О, боже! Давай, запихивай туда большой палец. Очень приятные звуки, конечно. Смотри, Ром. О, боже. Нет, кушать не надо. Ой. Иди сюда. Садись. Прикольная штука. Это ты пукаешь? Это Рома пукает? Что ты кушал? Что это Рома такое кушал? Так. Вот такая вот попушечка. А еще такую посмотри. Получается у тебя? Да. Я. Сейчас мы откроем. Я буду букать. Будешь. Его сначала надо вытащить. Сначала надо вытащить. Дай! Рома уже не может терпеть. Он хочет пукать. Рома! Ой. Да, давай два сразу. О!
синий попробуем. Ой! Ой! Да, веселая такая штука. Сколько можно? Ой, ого. А ну да, я попробую. Ой. Смотри, они еще и прыгают. Ты? Фу. Фу. Давай вместе. Ты ту, а я это. Давай. Фу. Фу. Давай я помогу. Ой. Ой, ой. Пук-пук убежал. Пук-пук бегает за Ромой. Ой, я тебя запукаю, запукаю, запукаю. А покажи, как твой пук-пук прыгает. Ого. Давай разноцветные пук-пуки положим. Спать, я сказала. Наши пук-пуки легли спать. Роме захотелось их положить в кроватку для пупсика. Вот такие классные. Мадой так. Пук-пуки. Рома их назвал именно так. Мадой так. Давай. Продолжаем. Сделай это так. Сделай. Фу! Невероятно. Ты все, укакался? На тебе в карман. Твой пук-пук колесим. Карман положим пук-пук. Пук-пук в карман положишь? Ну давай. О! Он тебя там будет пукать. Смотри. Вот так она работает. Еще другую покажу.
еще зеленый покажу. Да. Довольно интересные занятия, конечно. Так и ее подходит. Настроение очень поднимает. А как интересно, можно подшутить над другом. В общем, штучки нам понравились. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.